Дальше, ну, я извиняюсь за то, что эфир иногда прорывается, но мы только учимся, вот, на сегодняшний момент. Так иногда бывает. Ну и количество абонентов, которые подключаются, их все время увеличивается. Так вот, возвращаясь о задолженности. На 1.01.2018 года могу показать эти документы. Задолженность по газу, а тогда полномочия принимал район от города, составляла 159,9 миллиона рублей. Повторюсь, это дата 1.01.2018 года. За 2018 год, за 12 месяцев, район уже, занимаясь вопросами теплоснабжения, прирос на 51 160 858 рублей 28 копеек. И задолженность на 1 января 2019 года, на 1 января, то есть на начало 2019 года, уже составляла 205 984 138 рублей и 9 копеек. В 2019 году, уже осуществляя полномочия район, прирост на 62 008 615 рублей 41 копейку. И задолженность на конец 2019 года составляла 205 миллионов рублей. Это я повторяю четко и отчетливо. На конец 2019 года 205 миллионов рублей. Это те, кто пишет, что было 100, одни вообще пишут 150, там, некоторые слышат цифры 200, 205. Ну и, естественно, за 2020 год, это моя зона ответа.